Меня зовут Алексей Лубочников, я из Казахстана. Рад по приглашению быть Bible Mission Slavic и рассказать о проекте «Казахская Библия». Вместе с Союзом Баптистов мы сейчас работаем над переводом, корректировкой. И наше желание, чтобы Слово Божье на казахском языке пришло в каждую семью. Лично я верю о том, что Слово Божье, Человек Божий и Дух Божий может изменить сердце человека. Наше желание, чтобы каждая казахстанская семья имела Слово Божье. Я хочу просить вас молиться об этом и поддержать нас в этом проекте. Ведь мы вместе можем быть соучастниками того, как распространится и наполнится Казахстан святым словом от самого Бога. Молитесь об этом и по возможности поддержите. Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте Bible Mission Slavic. Спасибо вам за молитвы и соучастие в распространении Евангелия.